Отборочные соревнования на финальный матч проходили среди 4 команд. Сильнейшими оказались представители сборной России, пары «Дрон» Моисеева, Санкт-Петербург, и Кутузов Жаркова, Краснодарский край. Сегодня в финале, по регламенту которого им предстояло сыграть серию матчей до 2 побед, и определится пара, которая будет представлять Россию на чемпионате мира. Он пройдет в Сочи с 16 по 26 апреля. Абсолютно равные шансы в первичном соревнование, вот, которое 2 дня длится, команды выиграли друг у друга по одному разу и на предварительной подготовке. Команды очень хорошо подготовлены и решат мелочи. Дабл-микст – это дисциплина кёрлинга, которая имеет свои особенности и правила. Здесь очень важна командная работа. Россия уже принимала чемпионат мира в дабл-миксте. В 2010 году хозяином соревнований был Челябинск. Тогда же чемпионом стал россиянин Петр Дрон, правда, в паре с другой спортсменкой. В прошлом году отечественные кёрлингисты дошли лишь до четвертьфинала. На этот раз обе пары настроены повторить результат 5-летней давности и завоевать 2-ю медаль. Мастерства, как и эмоционального настроя, спортсменам не занимать.